Позади у велопутешественника из Чувашии Никиты Васильева сотни километров пути, впереди тысячи. Но пока отдых, прогулка по городу и осмотр достопримечательностей. Саранск – его первая большая остановка по маршруту Чебоксары-Кавказ. А начиналось все с автостопа. Так он проехал почти всю Украину и Белоруссию. Потом решил пересесть на двухколесный транспорт и посмотреть Россию. Опробовал силы на дорогах родной республики. Сейчас затеял масштабный велозаезд. Решил пересесть на велосипед, потому что это самый, наверное, независимый вид транспорта, путешествия. То есть ты ни от кого не зависишь, ездишь куда хочешь, останавливаешься где хочешь. В большую велопоездку Никита отправился налегке. Он путешествует без денег. С собой только самые необходимые. Если не находят те, кто готов пустить переночевать, то ставят палатку, еду готовят на костре. Не страшен ни дождь, ни ветер, ни холод, зато сколько романтики. На фотографиях рассветы, закаты, удивительные уголки природы. Теперь к снимкам добавились и городские пейзажи Саранска. В столице Мордовии, отметил Никита, много хороших людей. Не успел он приехать, как сразу нашел ночлег. Красивые люди. Красивые здания, только строящиеся еще. Но скоро, думаю, достроят, и будет все прекрасно, и будет повод посетить город еще раз. Погостив в Саранске, Никита отправился дальше по намеченному маршруту. Кстати, горы Кавказа не конечная точка. Если будут силы и желания, то поездка продолжится. Как говорит сам путешественник, загадывать он не любит. Юлия Храм, Евгений Напалко, Вести, Мордовия.